Бэт! Ну что ж, судя по надписи «Джокер» на экране, я играю в «Бэтмен. Возвращение Джокера» на NES. Это продолжение первой игры на NES. Они не дождались следующего фильма и поскорее выпустили сиквел. В отличие от первой игры, где можно бить кулаками и переключаться на арсенал бета-оружия, эта игра дает только одно оружие — бэт-пушку. Вы можете получить кучу апгрейдов для нее, но это как-то странно, что Бэтмен ходит везде и стреляет в людей с бесконечным боезапасом и никогда не использует кулаки. Для NES графика хороша, и музыка вновь потрясна. У всех игр Sunsoft хорошая музыка. Blaster Master, Pester's Quest. Да, я это сказал. Вы даже можете пританцовывать под музыку, так как при нажатии вверх он вертит головой. Какой бэт-танец! Не знаю, в чем смысл этого. Когда я подхожу к боссу, музыка кажется подозрительно знакомой. Mega Man 2? Ага, звучит немного похоже. Просто чуть быстрее, и все. Когда вы доходите до третьего уровня, игра становится куда сложнее и куда быстрее. Вы скользите по льду, стараясь не упасть, и у вас все летят торнадо. Даже после многих попыток пройти не быть подбитым этой штукой практически невозможно. Гребаный торнадо! Дерьма ты кусок, я знаю ты там! Слегка подходим, я знаю ты там... Черт! Не обошлось без традиционного надоедливого дерьма с отпрыгиванием. Когда вас попадают, вас отбрасывает назад. Вы с этим знакомы. Но здесь, даже если вы смотрите в другую сторону, вас засасывает назад в дыру. Блять, да чё это за херня? Это даже не следует законам физики. Также здесь есть падающий потолок. Ну вы знаете, подходим и он падает. Другого выбора нет. Если вы стоите под ним, вы труп. Чтоб она упала, нужно встать под ним. Ну и парадокс. Посмотрите на этот ад кромешный! Там блядский кусок потолка готовый меня убить! Там мужик с бочками нефти! А если я попытаюсь увернуться, я буду изрублен в говно этими лезвиями! Убиваю мужика, пытаюсь пройти под ловушкой и... Я сдох! Заткнись! Пошел ты нахер, мудак! Попытаюсь еще раз, лишь слегка подходя к краю. Очень маленькими детскими шагами, но вы понимаете. Боже! Эта игра двинуться какая брутальная! В ней нет смысла! Давай кусок дерьма! Черт! Ну ладно, я попытаюсь прыгнуть на движущуюся платформу, пока в меня стреляют. Каким чертом это может сработать? Вот дерьмо! Повезло-то как! Млять! Теперь я пытаюсь расстрелять его с этого края дыры. Но, как видите, не могу. Надо забраться туда. Задница! Еще раз, мне надо уцелеть. Давай, давай, мудила! Слава богу! Ну и как вам такое? Вы можете быть заблокированы апгрейдом. Но враг может спокойно продолжать стрелять. Это нечестно. Как нечестно? Они как будто специально запрограммировали эту игру в пыточных целях. Также здесь есть подкат. Но я не нашел места, где его можно использовать. Поэтому пол игры я забываю, что он у меня есть. Единственный легкий момент игры — это боссы. Ну, кроме Джокера, он уж очень трудный. Ну, в общем, это не самая худшая бэт-игра. В целом, она не такая и плохая. Просто есть некоторые отстойные моменты и... Хочешь поиграть в плохие игры, Бэтмен? Как насчет версии на геймбой? Возвращение Джокера? Развлекайся, уёбище! Ну, ладно. Возвращение Джокера на геймбой. Начинается игра, и на что похож звук? Не знаю, почему я к этому так придираюсь. Наверное, я слишком много переиграл в Мегамена. Ну все же. Она полностью отличается от NES-версии. Главное оружие — кулаки. Но можно собирать другое оружие. Также вернули прыжки от стен. Поэтому она больше похожа на первую игру. Но также есть крюк, который невероятно бесит. Так как он работает тогда, когда ему захочется. Это как Jungle Hunt. Они должны истекать кровью. Иногда крюк срабатывает сам. Управление запутанное. Похоже, работать могут либо прыжки, либо крюк. Но не оба сразу. Здесь смертельный уровень канализации. Я стараюсь забраться на платформу, но вместо этого я прыгаю туда-сюда. Ну вот, я пытаюсь забрать апгрейд. Вон он там. Добиваюсь прыжка от стены, но вылетает этот гребаный крюк. Опять пропустил. Давай-давай-давай, отлично! Так видите, я забрал апгрейд. Теперь мне надо приземлиться, но даже... И этот крюк продолжает вылетать, я так не пойду! Мне надо вправо!
Отлично! Теперь прыжок отослал меня назад! Мне не надо назад, мне надо вправо! Управление похоже на попытку лошади вытереть жопу орлом. Я реально ненавижу этот крюк. Появляется прыжок. Черт! Так, еще раз. Да ё-моё! Клянусь, эта игра программировалась с Джокером. Не могу в это поверить. Забирайся туда. Давай уже. Все, я больше не могу играть. Я не могу закончить даже сраный первый уровень. Ты хотел поиграть в Возвращение Джокера? Ты поиграл в Возвращение Джокера? Возвращение Джокера? Возвращение Джокера? А как насчет месть Джокера на Sega Genesis? Возвращение Джокера, месть Джокера, возвращение месть, возвращение месть, возвращение месть! Ну хорошо, это не возвращение, а месть Джокера. Начнем с того, что игра выглядит многообещающе. В основном это 16-битная версия Возвращения на NES. Почему так долго уничтожаются препятствия? Все, что они дают, апгрейды и должны ломаться с одного выстрела. Это как Фестерс Квест, надо расстреливать эти сраные шарики. О, значит есть пинок. О, теперь ясно, пинок, контейнеры, стрельба, все остальное. Что с этими горгульями? Вы их расстреливаете и ничего не получаете. В чем смысл? И почему они могут ранить? Бэтмен не может дотронуться до сраной статуи! Затем на очереди эти живые статуи горгулий, которые умеют атаковать. Умирай уже! Стреляем в голову — ничего. Стреляем в середину — ничего. О боже мой! Что мне надо сделать? Я стреляю в них, ничего не происходит. Теперь подкат, но тоже никакой реакции. О боже мой, я сдох. Попробуем перепрыгнуть. Это также бесполезно. Я стреляю по всем возможным точкам. Окей, значит можно убить. Я не понял, как я это сделал. Мудила сраный. Проклятие. Что можно сделать с этим дерьмом собачьим? Они умирают только когда им хочется. Словно есть глюк или особый трюк, о котором я не знаю. Это только первый уровень игры. Опять. Первый блядский уровень, который я не могу пройти. Достаточно этого недоразумения. Горгули пришли за тобой. Меня тошнит от этого дерьма. С меня этого хватит. Ну давай. Нет, не двигайся. Я засуну эти игры тебе в жопу! Бэтмен меч Джокера! Бэтмен возвращение Джокера! Бэтмен навсегда! Бэтмен возвращение Джокера на Game Boy! И последний в списке, Бэтмен на Commodore 64! Озвучили. Псих. Или стат. Что за бэт-говно?